Всем привет! Хочу сказать вам большое спасибо за то, что в прошлом ролике вы поддержали идею продолжения этой серии. И вот теперь я снимаю новый ролик и буду рассказывать про скетчбук Autodesk. Сразу предупрежу для тех, кто ждет туториала и поэтапного разбора программы, разбора всех-всех инструментов и функций, такого не ждите от меня. Это ролик в другом формате. Я хочу показать только те функции, которыми я пользуюсь сама и которые я нахожу полезными для иллюстратора. Всеми остальными штуками, о которых я тут не упоминала, скорее всего, я просто не пользуюсь. Поэтому и рассказать мне о них нечего. У самой программы в App Store очень высокая оценка, много скачиваний, и она бесплатная. Мне кто-то писал, что теперь ее можно только купить, но, ребята, либо я не понимаю что-то, либо она все так же бесплатна. Есть два варианта просмотра файлов в галерее, вот в таком формате, все пролистать и найти, что вам в данный момент необходимо, или отправиться вот сюда, тут файлы расположены иначе. Я рисовала весь свой комикс «Викинг и море» в этой программе. Начиналось все с Procreate, и скетчила я в Procreate, но потом ушла полностью в Autodesk. Тут нет никаких ограничений слоев, тут нет ограничений по размерам. Тут у кисти, которая является альтернативой в Procreate, и которой я пользуюсь, более большое разрешение, это отдельно покажу чуть позже, и у меня ничего не зависает, и никаких трудностей в работе даже с огромным файлом не было. В этой программе нет такого большого разнообразия скрытых, классных и встроенных функций. Тут все очень минималистично, можно так сказать. Первое, куда хочу вас отправить, это в настройки. На что тут стоит обратить внимание? Угловые ярлыки. Как это работает? Вот тут есть ярлычок. Если вы на него нажмете, то появляется 5 кнопок, и по краям появляется еще 4. Если у вас какие-то другие предустановленные функции, то вы можете все это поменять в настройках. Заходите сюда и выбираете то, что вам больше всего подходит. Можно отказаться от всех действий, удалить какой-то слой, выбрать полотно в рамке. Это определенный режим, сейчас покажу, что это такое. Отменить действие, то, что у меня сейчас стоит, повторить, использовать последнюю кисть или последний цвет. И тут везде эти функции повторяются. Честно сказать, набор так себе. В Procreate, на мой вкус, больше полезных функций. Интерфейс программы выглядит так. Три основные блока. Тут вы можете найти настройки, вернуться в галерею, создать эскиз и сохранить эскиз. Общий доступ — это как раз оно. Полотно в рамке — это режим окна, режим программы в таком виде. Если вам неудобно работать с стандартным окном, со всеми этими панелями, то можно выбрать такой вариант. Тут доступны все вот эти кнопки, плюс вы можете всегда пользоваться пальцами и использовать 4 встроенные функции по краям вашего iPad. И еще есть вот что. Тут можно изменить параметры кисти, выбрать какой-то цвет подходящий и выбрать нужный слой. И эта штука, она перемещается либо в правую часть, либо в левую. Это тоже очень удобно, потому что редко кто рисует всегда в одном положении. Обычно в процессе ты двигаешь планшет. Снова отправляемся в настройки. Мне очень нравится, что тут перечислены разные пены, которые можно прикрутить к iPad. Если, например, вам по каким-то причинам не нравится Apple Pencil, то вот тут есть еще какие-то варианты, которые будут совместимы с вашим iPad, и можно рисовать в этой программе скетчбук. Мне, когда я увидела этот список, очень стало интересно, все эти стилусы работают и для других программ. Если кто-то в курсе, напишите в комментариях, пожалуйста. Что тут есть из полезного и чем можно пользоваться? Отмена последнего действия. Еще последнее действие. Сейчас нужно что-нибудь нарисовать, чтобы у меня было что отменить. Можно отменить таким образом на верхней панели, а можно двойным нажатием в левом углу. Из встроенных функций, которыми я пользуюсь и которые я нашла, это касание тремя пальцами. У меня этот жест включает полноэкранный режим без всяких панелей, потому что я чаще всего в таком формате рисую, мне это очень удобно. Ну и обратное касание теми же пальцами возвращает вас в первоначальный вид программы.
принципе, это и все. Я даже не знаю, что тут по всяким функциям скрытым еще рассказать, потому что они все не то что скрыты, они просто отсутствуют. Я хочу зачитать, что пишут на разных форумах иллюстраторов про Autodesk Sketchbook и как презентует себя сама эта программа. Sketchbook от Autodesk — это одно из самых популярных приложений для рисования на iPad для цифровых художников. В приложении есть все, что нужно для создания цифровых произведений искусства, одних только кистей 170 вариантов с индивидуальной настройкой. Программа Sketchbook от Autodesk разработана специалистами автоматизированного проектирования, которые успели зарекомендовать себя на настольных платформах. У него минималистичный интерфейс, который не отвлекает от работы. Я вам прочитала это описание, чтобы вы, когда я расскажу про одну функцию, о которой великие разработчики забыли, вы понимали, почему у меня так прикипело от этого. Как можно было создать 170 кистей, классный интерфейс, но вот это забыть. Как раз пока я рисовала этот комикс и другой, я столкнулась с тем, что изначально, когда создаешь новый файл, ты выбираешь его размеры. Ты создаешь эскиз, задаешь его размеры, и вот у тебя готов новый файл. И мне в процессе работы было необходимо что-то обрезать. Если вы обратите внимание на то, как выглядят все мои файлы рабочие, они не обрезаны. Знаете почему? Потому что в этой чудесной программе такой функции просто нет. Если кто-то найдет, где это находится в Sketchbook, я буду супер вам благодарна, но я этого не нашла. Показываю, как это легко и просто в Procreate. Принимаю изменения, мне очень все нравится. Пусть так и остается. Но вот в Sketchbook такого просто не существует. И мне приходилось перекидывать файлы, поэтому вот вы видите такой вариант квадратненький, в Procreate, и там все обрезать и дорисовывать, как мне нужно было. Потому что я рисовала этот комикс в двух форматах. Это была книга квадратная и прямоугольная. Давайте найдем тот самый фрейм, который у меня открыт. Вот так это выглядит в квадратной версии. И вот, например, еще одна страница, еще один разворот с этим существом. Это компоновка для квадратной книги. Как же это выглядит в книге прямоугольной? Вот так. Видите, тут другой размер совсем. И тут тоже все иначе перекомпоновано. И мне, конечно, было бы удобнее обрезать все это и компоновать в программе, но я не смогла это сделать. Поэтому я рисовала на вылет и обрезала уже все в другой программе. Собирала все страницы и фреймы там же. Это было уже на ноутбуке, а не в iPad. Возвращаясь к этому меню, это инструмент последний, которым вы пользовались. Пипетка. Ее можно вызвать таким образом. И тут подобрать какой-то цвет, который вам необходим. А еще ее можно обнаружить вот в этой панели. Если в таком состоянии тыкнуть на этот значок, то у вас откроется небольшая панель с разными цветами. И отсюда тоже можно воспользоваться пипеткой. Также, как в любой программе, тут можно выбирать цвет. Эти цвета, которые тут вынесены, мне очень нравятся. Я их часто использую, даже иногда никак не модифицирую. Правда, очень приятная какая-то палитра. Еще тут есть отдельная вкладка, которая называется Copic. Это цвета реальных маркеров Copic. И мне кажется, это просто что-то очень-очень классное. Вот, например, у меня есть Copic Sketch. Вот таких цветов. Да, действительно, тут есть мои Copic. Это, конечно, не все цвета, а только какие-то базовые, но все равно, по-моему, это очень классно. Тут все цвета разбиты. Я хотела сказать по цветовому кругу, но на самом деле тут частично используется схема цветового круга, если его разложить в линию. И можно их группировать как группу и как иллюстрацию. Честно говоря, не копалась в этом во всем, не могу вам рассказать подробности, как это работает. В самой программе эта штука называется двойной шайбой. Ее можно перетаскивать, чтобы она находилась в том месте, в котором вам удобнее ее видеть. И это еще один вариант вызвать пипетку и настроить кисть, а также цвет. Вот тут можно произвести настройки кисти. А тут выбрать цвет, которым вы хотите в данный момент работать. Хочу познакомить вас с кистями, которые я использую в Sketchbook. Расскажу, для чего я их применяю и почему они мне так дико нравятся. Это техническое перо. Очень-очень сильно люблю эту кисть за ее четкость, плавность и графичность.
меняю только настройки доступа и чувствительность пера. Все, в остальные настройки не лезу. Я использую ее для всего лайна и иногда для закраса каких-то небольших областей. Еще мне очень нравится карандаш. Что может карандаш и для чего я его использую? Я не люблю сильно текстурированные или сильно фактурные кисти, но небольшое количество всех этих наворотов мне нравится. И я обычно добавляю это все с помощью карандаша. Я меняю непрозрачность на минимальную и выбираю самый большой размер. Получается вот так. Видите, добавляется небольшой шум. Это позволяет делать работу более похожую на традиционную. Весь мой комикс, все-все фреймы покрыты таким тонким прозрачным слоем карандаша. Еще я добавляю какие-то тени с помощью карандаша, когда мне нужно добиться определенной мягкости. Обычно я делаю плоскую заливку каким-то определенным цветом на отдельном слое. Потом закрываю этот слой, выбираю карандаш, подбираю либо более темный цвет, либо более светлый и добавляю всему фактуру. Что касается скетчей и поисков, я всегда использую техническое перо, но меняю настройки его прозрачности. Тогда линия получается более скетчевой, более мягкой, и мне становится работать комфортнее. Для покраса я использую перьевую авторучку, и ее особенность в том, что она очень сильно зависит от нажима, особенно если вы выбираете максимальный размер. То есть она может рисовать очень-очень большое пятно, а может делать маленькое пятнышко. Очень удобно красить такой штукой. Еще из инструментов, которые заменяют мне иногда тут карандаш, это вот это перо, сухая пастель. Тут дополнительно можно изменить давление, штемпель, наконечник и произвольность. Я не рисую изначально всеми этими фактурными кистями, но я добавляю их в свои работы уже на этапе покраса. И вот, например, тем же самым карандашом я совершенно не могу рисовать лайн. У меня ничего не выходит, потому что мой лайн, он другой. Но, возможно, кому-то понравится рисовать этими кистями и лайн, и наброски в том числе. По кистям я сделаю обязательно отдельный ролик по тем кистям, которыми я пользуюсь и как я их настраиваю. Еще мне тут очень симпатична вот эта кисть, древесный уголь. Он похож чем-то на кисть предыдущую, которая сухая пастель. Для сравнения, давайте тут проведу сухой пастелью. Видите, она более плотная и по-другому распределяется. Тут больше пробелов. И, соответственно, рисунок совсем другой получается у этого материала. Больше я ничего не использую из этих кистей, кроме ластика. Ну, ластик — это не совсем кисть, это, скорее всего, вещь, которая помогает тебе все убрать. И стандартный ластик вот. Но большие объекты я обычно просто вырезаю, даже ластиком не стираю, но вам решила показать, чтобы было более наглядно, раз мы говорим про ластик. И вот эта штука, она выглядит как ластик и находится в разделе ластиков, но на самом деле это перо для растушевки, и для него тоже можно задать параметры, которые вам больше подходят. Это для тех, кто любит рисовать не жесткий лайн, а что-то более плавное, какие-то переходы, градиенты и все остальное. Я таким человеком не являюсь, я люблю жесткие тени, жесткий лайн, поэтому этой штукой не пользуюсь. Ну, может быть, в каких-то редких случаях. Создавать слои можно, нажав плюс. Менять их местами можно вручную. Из удобных штук, которыми я, кстати, не пользуюсь, но, возможно, кому-то это будет полезно. Я просто все время забываю это делать. Я не даю имена слоям, я не отмечаю их каким-то образом. Но вот в скетчбуке можно делать метки цвета для слоев. Например, красным отметить все слои, которые имеют отношение к лайну. Возможно, это вам поможет разобраться и найти какие-то нужные слои. Мне это не помогает обычно. Я на каком-то недолгом этапе, когда только начинаю, создаю достаточно много слоев, но потом либо удаляю их, либо скрываю, либо объединяю. Поэтому я так сильно не путаюсь в своих слоях, но каждый должен работать так, как ему удобно. Если вам удобно называть слои, делать отметки цветовые, то, конечно же, делайте. Из того, чем я еще пользуюсь, это добавление фотографий из галереи. Тут, конечно, нет тех потрясающих возможностей с референсом, как в Procreate. Вы просто добавляете фотографию, размещаете ее в какой-то области. Чтобы быстро изменить размер
загруженные картинки, можно зайти сюда и просто поменять размер на тот, который вам необходим. Если нужно что-то дополнительно обрезать, то это можно сделать следующим образом. Секущая рамка, и давайте выберем какой-нибудь инструмент трансформации, чтобы посмотреть, как это работает в скетчбук. Тут, конечно, по функциям все немножко обрезано, не так круто, как в Procreate. Все меняется только по прямой, не создается сетки. Такой функции, к сожалению, нет. Из того, чем я еще пользуюсь, это отзеркаливание холста. Еще я хочу вынести одну штуку как минус, который добавится к минусу того, что нельзя работать с холстом и менять его размер. Этот минус будет относиться к функции копировать, вставить и отзеркалить. Например, я работаю в этой области, и вот я выделяю глаз, и я хочу, чтобы этот глаз, как в других программах, оказался в этом же месте, но только отзеркаленный, чтобы мне было удобно работать. Смотрите, что происходит тут. Я выбираю объект, нажимаю копировать, вставить, отзеркалить, и где он? Он где-то там, очень далеко, его нужно вытягивать. Вот, он приехал, и он в процессе немножко деформировался. Это неудобно, когда у тебя объект, который ты трансформируешь, находится в какой-то области холста, в любой, кроме середины. Вот если с серединой, то все хорошо, все прилетает в середину. Но вот стоит тебе работать в другой какой-то области, ты находишь все свои объекты непонятно где, и в процессе ты не можешь уменьшить экран и все нормально перенести. Я думаю, что если вы делали что-то подобное, что проделала сейчас я, вы со мной согласитесь. И это действительно как-то совсем неудобно по процессу. Я очень редко что-то из-за этого тут копирую, разворачиваю и вставляю. А если мне это нужно, то я всегда это проделываю в середине рабочего поля. Вот такой минус я нашла, работая в этой программе. Раз я немножко поругала скетчбук, то хочу немножко и поругать Procreate. Это инструмент монолиния. Наверное, чтобы было более наглядно, я приведу вот эту линию. Так. Окей, пусть даже она будет другого цвета. И я взяла один и тот же кусочек. Ну, прям вот то же самое место. А теперь заходим в скетчбук. И тут тоже так же проведу. Если приблизить все это, то разрешение у этих линий гораздо хуже. Это единственная кисть, которая мне подходит для лайна. Это просто вот максимум, на который я могу увеличить. Она более четкая. Я не знаю, как это работает, с чем это связано, баг это или не баг, особенности программы, особенности разрешения, особенности еще чего-то. Вы можете проверить у себя. Мне даже будет очень интересно, если кто-то решится на это. Я показывала нескольким своим знакомым иллюстраторам эту штуку, и все были немножко в шоке. Я не ожидала такого от скетчбука. Я думала, что Procreate в плане разрешения кистей и качества кистей во много-много раз лучше. Я тут говорю именно про разрешение. Это тот скрытый, но очень важный параметр, который вылазит на печати. Я пользуюсь и Procreate, и Sketchbook. Я научилась их комбинировать и сочетать. Наверное, тут будет правильно сказать, что я выбираю программу в зависимости от задачи. Например, для комикса, который я рисовала, я выбрала в итоге Sketchbook и рисовала в нем. Но какие-то вещи, когда мне нужно было поработать с холстом, его как-то обрезать и расширить, я переносила в Procreate и продолжала там. Или, например, я сейчас работаю над другим комиксом, он пока что рисуется мной полностью в виртуальном формате, в веб-формате. Это страницы из этого комикса. И из-за того, что тут очень много слоев и картинки какого-то гигантского размера выходят, я работаю в Sketchbook из-за того, что Procreate, как вы знаете, уменьшает количество слоев, как только ты увеличиваешь холст. Это очень неправильно, на мой взгляд. С этим невозможно бороться, ты можешь только смириться и подчиниться. Или искать другую программу. Штука, с которой, скорее всего, все знакомы, но я хочу ее прям показать, потому что часто получаю такой запрос, как покрасить лайн, чтобы не нужно было его обводить. И, честно сказать, у меня тоже был такой вопрос, когда я начинала рисовать. Нажимайте на замочек. Нажатие на замочек означает, что все объекты, которые у вас есть уже на этом слое, как бы схвачены, и вы можете действовать только внутри этих объектов, перекрашивать их, например, но ничего нового создавать вы не можете. Но нам и не нужно. Я обычно пользуюсь вот этим инструментом. Это перьевая ручка, чтобы все перекрасить, как мне нужно. Все идеально, быстро красится.
Также можно использовать этот инструмент для заливки, но сразу скажу, да, вы можете просто сразу все перекрасить, но тут лучше настройки допуска проверить, потому что, видите, у меня тут все не очень-то идеально покрасилось, все равно коричневый остался. Но вот если потянуть настройки доступа перед тем, как заливать все этой баночкой, то все будет окей. На этом все. Правда, мне больше даже нечего рассказать, тут нет каких-то секретных, классных, встроенных, непонятных штук. Тут все максимально просто и иногда интуитивно, иногда нет. В этой программе, к сожалению, нет вот этих волшебных штук удержания пера и выравнивания линии. Или, например, очень удобной заливки цветом, когда ты берешь такой и переносишь. Нет, в скетчбуке другие штуки. Свои. Видео с Procreate, с которого началась вся эта эпопея с приложениями для рисования на iPad, я говорила, что хочу сделать серию роликов про разные программы, и следующей программой у меня стоит фреска, но я хочу попробовать сделать видео в таком формате, когда я впервые ее устанавливаю и вообще ничего не знаю в этой программе. Мне просто интересно, насколько она интуитивна, настолько, насколько все говорят и обещают, или же нет. И фреска — это программа, которая поддерживает и растер, и вектор. Надеюсь, вам понравился этот ролик, я была полезна, и вам так же, как и мне, больше нравится учиться и узнавать о чем-то на примерах или из личного опыта, а не по туториалам и инструкциям. Буду готовить какой-то новый обзор, какой-то новой программы. Ну, может быть, перед этим выйдут кисти, я еще думаю об этом, что сначала вам показать. Хочу сказать огромное спасибо всем ребятам, которые поддерживают меня на Patreon. Обожаю вас неимоверно. Сейчас из интересного я готовлюсь к публикации новой книги. Это та самая книга 300 персонажей, которую, возможно, вы ждете. И показываю все этапы работы над таким проектом, как календарь. Сразу скажу, это супер нестандартный календарь. Это календарь-коробка с арт-челленджами и, возможно, какими-то материалами для рисования. Все мои комиксы, скетчбуки и книги можно приобрести через мою группу ВК. Будут обязательно ссылочки. Ну а если вы хотите меня поддержать и следить за созданием всех проектов, а также слушать подкасты и смотреть больше видео, то я с удовольствием буду ждать вас на Patreon. Но хочу попросить вас перед подпиской обязательно прочитать пост о том, как все устроено на Patreon. Я обязательно оставлю все ссылки в инфобоксе. И советую оформлять подписку в первых числах любого месяца. В самом начале месяца. Почему? Читайте, опять же, в том самом посте, как все устроено на Patreon. Большое всем спасибо за просмотр. Пока-пока!